За свою не такую долгую историю существования дворец спорта «Видное» принимал в своих стенах Кубок губернатора по воркауту, матч всех звезд по баскетболу, Всероссийский фестиваль для детей-инвалидов «Спорт равных возможностей», национальный чемпионат по современным танцевальным направлениям и многие другие значимые для всей страны мероприятия. Сотрудники спортивной арены встречают десятилетний юбилей своего второго дома за работой. Это понятно, да? Одна ситуация. То есть ты можешь либо бежать, вот эту двойку можешь либо бежать на штраф, либо не бежать. Нет, вот я не могу. Нет. Тренировка юношеской баскетбольной команды. Сивара Нуриддинова уже 10 лет профессиональная спортсменка. И 7 из них прошли во дворце спорта «Видное». Этот комплекс уже как родной дом. Уже здесь лет 7-8 даже, наверное. Так. С баскетболом у спортивного комплекса особые отношения, ведь он домашняя арена для всемирно известной женской баскетбольной команды «Спарта НК». Нам удалось побывать в ее святая святых. Вот здесь наша комната трофеев нашего клуба. Как вы знаете, мы 4 раза выигрывали Евролигу. Вот кубки стоят, самые ценные, да, несколько раз выигрывали чемпионат России, молодежные наши команды выигрывали множество кубков. Ну вот, а вообще здесь в этой комнате проводится собрание с командой, отсматривают видео, когда готовятся к играм девушки. Вот здесь у нас вот на стене такая фотогалерея нашего отца-основателя нашего клуба Шабтая фон Калмановича. Вот здесь первый состав команды образца 2005 года. Любые высокие спортивные достижения невозможны без квалифицированного медицинского контроля. Александр Валерьевич – спортивный врач с 45-летним стажем. Во дворце спорта со дня основания. Помимо всего прочего, спортивный врач еще должен обязательно присутствовать при соревнованиях. Это непременное условие. Также при тренировках. Смотреть на функциональное состояние спортсменов. Оказывать помощь в случае необходимости. Сотрудники комплекса только за честный спорт. Поэтому во дворце спорта особое внимание уделяется нашумевшей в последнее время проблеме допинга. Тут садятся спортсмены, представители команд, врачи и врач-лаборант, который здесь же проводит анализ первой пробы, пробы номер один или пробы А. Вот, вторую пробу запечатывают и отправляют в Олимпийский комитет. Помимо медицинского сопровождения, современным требованиям должны отвечать и техническое обеспечение. С этим у дворца спорта «Видное» тоже все в порядке. В экстренных случаях аренда способна сама обеспечить себя и электричеством, и теплом. Климат в помещении подбирается под каждое мероприятие индивидуально. Датчики температуры находятся в игровом зале. Значит, при повышении и понижении температуры дежурный диспетчер может увеличивать вручную или автоматически эту температуру. То есть или понижать в зависимости, или повышать в зависимости от мероприятий, которые там проводятся. Изначально дворец спорта «Видное» строился как баскетбольная площадка. Однако возможности новой арены позволили проводить соревнования по большинству видов спорта, причем на международном уровне. Мы можем проводить различного уровня соревнований, как учебно-тренировочного процесса, так и игрового процесса. А игрового процесса мы можем проводить соревнования европейского и международного уровня. 10 лет еще не возраст. Впереди еще много побед. Наша телекомпания будет с интересом следить за ними и рассказывать нашим телезрителям. Илья Кремнев, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».